Добрый вечер, шалом алейхем, дорогие друзья. Я всех вас приветствую, рад, что мы снова вместе и будем сегодня обсуждать одна очень важная, актуальная тема для всех нас без исключения. Мы все молимся и все обращаемся к Всевышнему на молитву. И мы все хотим один вещь, чтобы были услышаны наши молитвы. И, конечно, у нас нет терпения. Мы только начали молиться, и мы уже хотим, чтобы были услышаны наши молитвы. И мы все интересуемся, в чем секрет успешной молитвы. Что это такое успешная молитва для нас? Это той молитва, в которой мы уверены, что Всевышний сразу будет нам отвечать и реагировать на наши молитвы. И поэтому мы все интересуемся вопрос, в чем секрет успешной молитвы. Друзья, подождите одну минуту. Мы, как и всегда, отправим сейчас ссылку для всех, которые не нуждаются в особой ссылке, и сразу, когда у них тоже будет этой возможности присоединиться к нам, мы начнем эту тему. Вот, слава Богу, мы ссылку отправили. Все желающие могут тоже присоединиться. Ну, кому не интересно этот вопрос, в чем секрет успешной молитвы? Что является для нас успешная молитва? Что мы обращаемся к Всевышнему, и он сразу реагирует, выполняет наши просьбы. К сожалению, не всегда мы этого испытываем. Не всегда мы чувствуем, что вот мы попросили, мы помолились, а Всевышний нас услышал сразу. Но мы находим и в Тора, и в истории, которую мы слышали, а многие мудрецы и цадики, и даже каждый от нас может рассказать о своей личный опыт, что были случаи, когда он, и больше чем один раз, когда мы только начали молиться, когда мы только попросили, мы вышли из синагоги, и вот мы почувствовали, Всевышний ответил наши молитвы. Это, слава Богу, не редкий случай, но вместе с тем, интересно нам, существует ли какая-то технология, какой-то секрет, что если мы будем его использовать, что если мы будем именно так поступать, более гарантированный успех в наших молитвах. Может быть, начнем, что такое молитва? Молитва – это инструмент, огромный инструмент, что Всевышний дал нам. Всевышний подарил нам и дал нам такой инструмент и сказал, друзья мои, дети мои, я вам даю этот инструмент. А в моменту, когда у вас есть какой-то недостаток, обращайтесь ко мне. Существует спор между Рамбам и Рамбан. Рамбам это Рабейну Моше бен Маймон, и Рамбан это Рабейну Моше бен Нахман. Существует спор, этот молитва, это и заповеди молиться, они все согласны, что это заповеди из Тора молиться. Но вопрос, когда? Рамбам считает, что это обязательство, что мы должны молиться к Богу каждый день, похвалить его и попросить нашей просьбы и снова похвалить. Рамбан говорит, Тора не требует от нас молиться к нему каждый день. Тора нам говорит одно. Если у вас в жизни, не дай Бог, вы чувствуете, вы испытываете какой-то недостаток, тогда знаете, Всевышний вам дал инструмент. Пользуйтесь этим инструментом, это называется молитва. Обращайтесь к нему, и он вам обязательно ответит.
И как мы уже говорили, мы все, каждый от нас может стать свидетелем и рассказать и делиться и с другими такие истории, когда он обращается к Богу, и он чувствовал сразу реакция и результат своей молитвы. Но я думаю, что одна из самых ярких примеров для такой вид молитвы существует и в Торе. Известная история в Торе после смерти Сара, имейну нашей мамы Сара, на 127 год жизни. Авраам уже стар, он остается один, Ицхак, Сара уже нет, он и Ицхак, Ицхак уже взрослый, Ицхак надо создать семья. Авраам ищет шидух. Мы знаем и по сегодняшний день, что найти шидух — это непростое задание. Надо особой молитва, надо особой браха, особой благословения, чтобы была успеха в этом, чтобы все были счастливы. И у Авраам были условия. Авраам вызывает к себе Элиезер, его раб, надежный раб, надо сказать, человек, который был предан к Аврааму. И Авраам ему говорит: смотри, меня не нравится девушка, которая нас окружает здесь и в стране Кенан. Отправляйся к моей родине. Это Арам Нахараим, это в районе Турции. Авраам Авину сидели в город Бершева, и это Турция. Отправляйся в мою родину, в Арам Нахараим. Там поищи девушка из моей, из нашей семьи. И там ты увидишь, что она подходит к моему сыну, и привози ее сюда, ты должен уговорить ее родителей, договариваться с ее родителями, привозить ее сюда. Элиезер очень испугался такое задание. Кто может его гарантировать? Кто может гарантировать его, во-первых, что он найдет? Мы говорим, а много лет тому назад нет адреса, нет фамилии, нет социальных сетей, он не может ее искать. Он приезжает в каком-то городе и должен начать искать. Может быть, кто тут родственник Авраам? У кого из родственников Авраам есть девушка? И кто знает, что эта девушка как раз подходит? И Авраам дает ему специальные браха. И он ему говорит: Всевышний отправляет свой ангел перед тобой, и он будет с тобой, и он из Божьей помощи поможет тебе найти тот шидух, который надо. Элиезер, для Авраам это так важно, Авраам берет от него клятва. Авраам его говорит, чтобы он берет у него клятва, что он не будет искать шидух здесь и в стране Кенан, но он отправится именно далеко, в родину, в Арам Нахараим, а там он будет искать как раз той девушка, которую Авраам хотел. Невеста для своего сына Ицхак. И тут мы читаем удивительная история о действительно удивительно божественной успеха. Элиезер обращается к Богу с очень трогательной молитвой. Он говорит: «Ацлах на дарки, ашер анухи олех». Пошли меня удача в этот путь, в эту дорогу, в котором я отправляюсь. И помоги мне найти эту девушку, которую я должен искать. И чудеса начинаются. Первое чудо – сокращается дорога. Представьте себе дорогу, которую надо ходить от Бершева до Турции. В тех времен Элиезер готовит 10 верблюд. На эти 10 верблюд он погрузил очень много подарки, очень много товара, чтобы уговорить семья невеста, во-первых, подарить ему немного подарки, подарить невесте подарки и уговорить о том, что она идет к надежной, богатой, обеспеченной семье, чтобы они не переживали. И с этих 10 верблюд сколько надо будет ходить? И по сегодняшний день ходить от город Бершева на юг Израиль до Турции, которая находится совсем на север, за Сирия, в совсем другой конец. Наверняка месяц, или два, или три. Всевышний делает чудо. Элиезер делает эту дорогу за один день. Уже ближе к времени захода солнца,
Он стоит уже возле колодец этого города, который называется Арам-Нахараим. И в тех времен, когда девушки, по традиции, девушки в каждой семье ходили в это время, чтобы черпать воды для семьи, он как раз ждал там, на это место возле колодец, чтобы он надеялся, что там. И там он обращается к Богу. И еще одна очень трогательная молитва. И он говорит, я стою на такое место, где я буду переводить из текстора, я стою на этой место, на источник воды возле колодец. Девушки этой города выходят сейчас черпать воды. И я хочу делать такой знак, что той девушке, которую я у нее попрошу, дай, пожалуйста, с твоего кувшина воды, напои меня, и она скажет мне, я готова напоить и тебя, и верблюд твой, это будет знак о том, что эта девушка, это тот, который я ищу в качестве невесты для моего раба, для сына моего хозяина, для сына Авраам, то есть для Ицхак. Такое условие Элиезер поставил перед Всевышнего. И тут продолжается чудеса. Тора нам рассказывает такое, «Жвайгиху терем кила ледабер». Он еще не завершает свою молитву. Иногда бывает, человек помолился. Он находился в синагоге, и он действительно трогательно обратился к Богу. И потом, в течение дня, или сразу после этого, он испытывает такое чувство, вот Бог ответил моя молитва. Тут мы говорим о случае, Элиезер еще не завершает свои слова. Он еще не закрыл сидур. Он еще не попрощался. А и сразу что видно? Вехиней Ривка йоцет. И тут видно, как Ривка пришла сюда. Она стоит рядом возле этой колодец. И дальше Элиезер обращается к Ривка и просит у нее, напои меня, пожалуйста, воды. И Ривка ему отвечает, я буду черпать воды и для тебя, и для твоих верблюд. И как написано в Тора, «Вехаиш миштаэ». Этот человек стоит на месте, и он не верит. Он говорит, «Вау, это действительно случилось. Смотрите, что я еще не закончил мои слова. Я еще не завершал моя молитва. И вот она уже отвечает мне. И в эти же слова, которые я поставил, знак, что кто что отвечает мне в такие слова, он является тот человек, который я ищу». Элиезер даже не ждет подтверждения, что это Ривка, дочь Бетуэль, родственница Авраам. Он сразу одевает ее разных видов украшения, золотые, красивые, дорогих видов украшения, которые он носил с собой. Он настолько был уверен в том, что Всевышний услышал его молитва, о том, что он сразу действует. А только потом он ее спрашивает, кто ты, как зовут твоего отца, из какой твоей семьи и так далее. Значит, Элиезер, раб Авраам Авину, кстати, именно этот шаббат, глава Хаей Сара, будем об этом читать. Внимательно читайте недельные глава. Элиезер, это самый яркий пример для не просто успешной молитвы, удивительная успешная молитва, чудесная успешная молитва. Во-первых, он еще не завершал свою молитву, свою просьбу, и сразу он испытывает ответ. Во-вторых, в каждом шаге, начиная от дороги туда, вместо того, что он будет ходить месяц или два, он ходит меньше, чем один день. Дальше, сразу он находит тот человек, которого он искал. Третий, он очень быстро договаривается с ее семьей. Можно было тоже торговаться и сказать, подходит, не подходит. Сколько по сегодняшний день ведется время и переговоров, пока молодая пара принимает решение, что они подходят друг к другу. Их родители уже ночами не спят, пока они уже скажут, о, да, слава Богу, мы подходим друг к другу. А там... Слава Богу, немедленно. Он ведет коротких переговоров. И даже Бетуэл, отец Ривка, он говорит, «Мехашем яца хадавар».
я тоже чувствую, я тоже согласен, что этот шидух, это знакомство, в этом есть рука Бога. Я чувствую, что это не я, я вожу, это Бог ведет. То есть и по дороге назад. Он выходит сегодня, и в этот же день сегодня, как он сказал, Ицхак, хайом яцати, вехайом бати. Сегодня я вышел, и сегодня я пришел. Со всех сторон его Бог окружает чудеса в этом процессе. В чем он заслужил? Давайте подумаем. Мы все хотим так, как Элиезер, да? Мы все хотим, чтобы наша молитва, мы еще не завершали наши слова, а Бог уже отвечает на наши просьбы. В чем заслуга Элиезера? В чем он заслужил именно он такой чудесное спасение, такой чудесный ответ Всевышнего, такая чудесная успеха? Элиезер не единственный в Тора, которого у него была такая невероятная реакция Всевышнего на его просьбу. Мы находим в Танах еще две такие случаи. Медраш проводит нас, что были три, которые сразу Бог им ответил. Я скажу имена эти три, это уже будет очень непонятно, как Медраш внес в одно место три такие разные люди. Первый мы уже учили Элиезер. Второй человек, не более, не менее, Моше Рабейну. Это был случай, когда был бунт Корах и вся его банда, которая бунтовали против Моше Рабейну. И тогда надо было показать, что Бог доверяет своих пророков, что Бог находится с Моше. И Моше Рабейну обратился к Богу и сказал, и попросил, чтобы Бог делал знак о том, что он действительно поддерживает Моше Рабейну, и моментально была реакция, то, что земля открыла свой род, и все, которые бунтовали против Моше Рабейну, исчезали. Правда, это не хороший случай, но вместе с тем, там надо было показать о том, что Бог доверяет его пророк, Бог доверяет его лидер, Моше Рабейну. И поэтому реакция Всевышнего была моментальна. Моше Рабейну попросил, и сразу это было. Еще одна случай мы читаем в книге Диврей Хаямим. Тоже очень трогательная молитва, это молитва Шломо Амелех. Я очень люблю эту молитву, молитва Шломо Амелех. Всегда я, когда читаю эту молитву, когда я читаю эту главу в Диврей Хаямим, затрагивает эта молитва меня до слезы. Я буду с вами откровенно. После эта молитва, когда видно, как Шломо Амелех, в моменту открыт храм, когда он построил первый храм. И он обращается к Всевышнему из такая просьба, что Бог, как он есть, совсем не ограниченный, что он опустился и находился в этот дом, в эти четыре стены. Вроде бы это два вещи, которые противоречивают друг другу. Как Бог, ты хочешь ограничивать его в это место. Но это весь смысл, что Бог не меняет себя, и он одевается и ограничивает себя, он находился в храм, в Бейт Амикдаш, он находился в полный объем свой. Несмотря что Бейт Амикдаш это ограниченное место, вместе с тем Всевышний там находился в его уровень, который не ограничен. И на это надо было особой реакции Всевышнего, чтобы Всевышний услышал. И Шломо Амелех попросил у Всевышнего так, чтобы на это место ופנית אל תפילת עבדך, ריאגי רבי נא מליטווה רב תבוי, עקיבו פרוסבה בוק פססילני. סלושי פסניה, סלושי מליטווה, כתור ימלו ספירית הבוי. שתו בתוואי גלזה בלי פסקדה, תקריטי נא אתם סוותוי דום. דין אינוצ'ה, נא אתם מסתה כתור טיבי ברל, שתו בתם בודית נחדיצה תוויו אימיה. סלושי מליטווה, כתור יבודו מליצה תבוי, и слушай молитва, которую каждый еврей будет перед тобой молиться. Шломо Амелех тогда попросил у Всевышнего, чтобы это место храм,
А потом малые храмы, синагоги, он попросил на самом деле вечная просьба. Что всегда, когда евреи приходят и в Бейт-Амикдаш, в первый храм и во втором храме, и пока Машиах еще не пришел в малые храмы, в любой синагогу, в каждое место в мире, чтобы Всевышний услышал наши молитвы. И он ему надо было знак увидеть, что Всевышний опускает свою святость на это святое место. Рассказывает нам Танах в книге Диврея Ямим. Укехалот Шломо лихитпалел. Как Шломо завершал свою молитву. Вехаэш ярда мехашамайм. И огон опускается из неба. И паел все жертвы перенесения. Уквод Хашем мале это байт. И слава Всевышнему переполнен весь дом. Это и молитва Шлому, как мы сказали, одна из самых трогательных молитв, которая есть в Торе. И действительно, не только по текст и что составляет эта молитва, но тоже это и молитва, которая заслужила сразу результат. Он заканчивает молитва и опускается огонь и съедает на жертвенник все жертвы перенесения. И так стартует работа в храм. Еврейский народ знал о том, что у него есть храм в Иерусалиме. На самом деле, это странная очень вещь. Как можно сравнивать Элиезер рядом с Моше Рабейну и Шломо Амелах? Медраш так рассказывает, что были три, которые их молитвы были услышаны сразу. Почему действительно именно эти три молитвы, молитва Элиезер, молитва Моше и молитва Шломо Амелех, отличаются от всех остальных молитв, которые упоминаются в Тора? И Авраам Авину, сколько Авраам Авину молился, и Сара молилась и попросили у Бога, чтобы у них родил сын. Сколько Ицхак и Ривка молились, пока у них родились сыновей Яков и Эйсав. Сколько Рахель молилась, пока родился Йосеф. И даже Лея молилась очень долго. Когда Лея называла своего сына второго Шимон, что она сказала? Кишама Хашем эт филати. Ибо Бог услышал моя молитва. То есть это не было естественным путем. Там понадобилась особая молитва, чтобы Бог услышал ее молитву. А тут и в этот случай Елиезер, Моше и Шломо Амелех, раз, два, три. И у Элиезер еще лучше, чем у все остальные. Элиезер, у Элиезер получилось лучше, чем получается у Моше, и лучше, чем получается у Шломо. Первая вещь, которую мы можем сказать, что наверняка зависит, что мы просим. Суд молитва, о чем речь идет. Если человек будет что-то попросить для своей личной жизни, мы его скажем, извини, что ты тут самый важный человек в мире, тут миллиарды людей в мире, у каждого своя просьба, а ты будешь самый важный здесь, самый главный, ты только попросил, и сразу ты получал твой ответ. Нет, нет, подожди. Ну, когда Элиезер, Моше Рабейну, Шломо Амелех, они просят такие глобальных вещей, которые на них висит весь будущий еврейского народа, тогда Бог реагирует сразу. И в Ликутей Сихот, в книге Ликутей Сихот, 20 том, там действительно очень длинная беседа Ребе по этой теме, и наш урок обоснован на этой беседе Ребе, на беседу на 20 том в книге Ликутей Сихот. Это все беседы Ликутей Сихот на 20 том, они на Йидиш. Мы, конечно, не скажем этот урок на идиш, мы будем их переводить на эту идею, которую там мы будем переводить. Там действительно первая вещь, которую Ребе говорит, о том, что в чем заслужили Элиезер, Моше и Шломо, причина действительно в том, что они попросили. Это не связан только кто они были. Все-таки Элиезер, нельзя сказать, что это был на уровень Моше Рабейну. И мы видим, что у него получилось лучше, чем получилось у Моше Рабейну и у Шломо Амелех.
Но просьбы, которые они озвучивали перед Богом, были очень решающие, очень важные. И когда они попросили такие важные вещи, реакция Всевышнего была моментальна, поскольку это очень важных вещей. Эти три вещи, которые они попросили, что Элиезер, что Моше, что Шломо, связаны с целью творения мира. Бог творил мир ради чего? Чтобы опустить святость в этот материальный мир. Чтобы в этот материальный мир была святость. Это весь цель творения мира. Так написано в Медраш. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. וסצל תברן ימירה, בוג זחתל שתו באון כק איון יס ניה גרנית שני, שתו נחדיל סף פולני אביום ובטת מטריאלני אגרנית שני מיר. תויס שתו ברספס פרניאת סביאטסט ובטת אגרנית שני מטריאלני מיר. איסות את יתרי מליטווה בלסוויאזן ישריאליזציה אתו יגלפני אידיה. Начнем с Шломо Амелех, последний из этих трех. Что хотел Шломо Амелех, царь Соломон, что он попросил? Он попросил опустить шхина в этот мир. Бейт Амигдаш, храм, это материальный мир. Материальный центр, который Всевышний Шломо построил для Всевышнего в этот материальный мир. И в Иерушалайм. И Шломо просит, что в этот материальный ограниченный место будет открытое нахождение Шхина, чтобы каждый, который находится там, мог увидеть действительно... мог действительно увидеть божественной силой, божественный свет. И как было видно там? В храм мы видели открытые чудес. Например, как написано в Пирке, вот никогда никому не было тесно. Несмотря на то, что фактически было очень тесно. Но по факту никто не чувствовал, что ему тесно. Или там, что ковчег, который находился в святая святынях, там его место не занимал свое место. От стены этого ковчега до стены храма был такой же размер, площадь, как и был без его нахождения там. Это называется «Маком ха-арон эйно мин амида». Это написано в Талмуде, в том Юма. Что он не занимал места. Это тоже чудо. То есть там и то, что огонь опускается из неба и сидяет жертва принесения, которую мы привозили, что люди привозили, это явная, открытая, божественная сила в этот материальный мир. Насколько это такой важный вещь. Это вещь, которая он решающий для всех евреев на много-много лет вперед. Всевышний сразу услышал молитву Шлома и опустил огонь, который съел этого, и Всевышний опускается и находится в этот бейт амикдаш, и в результате этого он находится в каждое место, где малый храм, там, где евреи молятся к нему. У Моше Рабейну тоже такое важное задание. Один из принципов, который Бог сделал, как Бог управляет мир, у него есть Моше Рабейну, который в каждой поколении. В каждой поколении есть цадик этой поколения, глава поколения, который он является посредником между народом Израиля и Всевышнего. И Богу важно доказать о том, что это цадик, через которому распространяется Тора и вера в Бога по всему миру, что этот цадик заслуживает поддержка Всевышнего. И поэтому, когда стоял вопрос, стоит весь народ Израиля смотрит, Моше Рабейну заслуживает поддержка Всевышнего или, не дай Бог, нет? И поэтому, когда стоял такой вопрос, реакция была моментальная. Сразу Всевышний реагировал на молитву Моше Рабейну и наказал те, которые воевали с Моше Рабейну. И опять... можно сказать, что это глобальный вопрос, решающий вопрос, не просто решающий вопрос для Моше Рабейну лично. Это решающий вопрос, который укрепляет систему управления еврейского народа и распространения божественный свет по всему миру через пророк,
через два поколения. Поэтому ответ Всевышнего был немедленный. Элиезер Эвед Авраам, Элиезер раб Авраам, несмотря что Элиезер вроде бы не был на такой духовный уровень, как Моше Рабейну и как Шломо Амелех, но цель была самой главной. Создание еврейского народа. Единственный сын Авраам нуждается в шидух, чтобы создать следующее поколение еврейского народа. И Ребе подчеркивает еще один важный вещь. Смотрите, что происходило в этой связи между Ицхак и Ривка. На самом деле, в этом шидух между Ицхак и Ривка реализуется весь цель создания мира. Мы говорили весь цель творения мира. Это что самый высокий верхний вещь опустился на самый низкий вещь. Откуда приходит Ицхак, откуда приходит Ривка? У Ицхак родился у такие святые родители. Авраам и Сара. Его рождение было благодаря открытое чудо. Он Ицхак. Он тот, который добавил смех в мир в результате этого чуда. Ицхак прошел такое испытание, как быть жертвой. На Ицхак написано, что он был олат мима, он был самый идеальный человек. Откуда пришла Ривка? Каждый, который читал и будет читать наша недельная глава, глава хаей Сара, увидит, кто был ее брат. Она была варам нараим. Не очень хороший, не очень приятное место. Там она родилась, там ее воспитывали. Кто был ее брат? Мировой эферист. Кто был ее папа? Тоже не самый большой цадик. Они написаны, что она была Шошана бен Хохим. Она была как роза среди нехороших видов цветов. То есть надо было ее вытащить от этого низкого места, поднимать ее и вести ее к Ицхак, и тут создать такая семья, которая вместе представляет задание еврейского народа. Брат Божественный Святый, опустить его до самой низкой места. Поэтому такая задание, как создание второе поколение еврейского народа, заслуживает того, чтобы Всевышний ответил сразу на прозва Элиезер, на молитва Элиезер. И поэтому Элиезер заслужил того, что Всевышний сразу ответил на его молитву. Но этот ответ нам недостаточно. Знаете почему? Мы с вами, к сожалению или к счастью, на наши плечи не лежат глобальной ответственности. И в нашей молитве мы не просим такие глобальные просьбы, которые решающие просьбы для будущего еврейского народа. Мы просим что? Мы просим здоровья, чтобы все были здоровы. Все наши семьи, все наши близкие. Мы просим парносе, чтобы мы могли хорошо, легко и нормально зарабатывать, чтобы жить хорошо, чтобы давать сдоки, чтобы помогать другим людям. Да, это наша мечта. Мы просим у Бога, чтобы были шидухим, что все мальчики и девушки, как Ицхак и Ривка, которые ищут шидухим, чтобы у них тоже пошел так легко и успешно, как получилось у Ицхак и у Ривка. Мы молимся, чтобы были очень много свадьбы среди евреев, что мы всегда будем танцевать на свадьбе, сыграть свадьбы, еще одна хупа, еще одна хупа. Это наша просьба. Иногда мы просим гораздо меньше. Мы просим, чтобы какая-то проблема на работе решалась. Вроде бы у нас нет шансов. У нас нет шансов для такой успешной молитвы, для того, чтобы наши просьбы были мы заслужили реакцию, моментальную реакцию за нашу просьбу? Нет. Поэтому надо сказать еще один вещь, которую Ребе проводит в этой очень-очень интересной беседе в 20-й том Ликутей Сихот. Может быть, я начну из истории, которая проводится в Талмуде, в том Брахот, если я не ошибаюсь. Один из мудрецов
Талмуда, звали его Раби Ханина бен Доса. Раби Ханина бен Доса был очень святой человек, кроме того, что он был известный мудрец Тора. Он отличался от остальных мудрецов в вид, как он служил Бога. Он был очень святой человек, даже очень известные мудрецы обращались к нему помолиться за нас. Есть известная история Рабан Гамлиэль, президент еврейского народа. Он один раз заболел, его сын или дочь. И он отправляет своих ученики куда? К Раби Ханина бен Доса, чтобы он помолился. И Талмуд рассказывает, что он поднимался на чердак, помолился, спускался и сказал: ребенок здоров, он будет жить. Такой он был святой. Есть еще одна история, которая именно эту историю я хотел вам рассказать. Это тоже Талмуд там рассказывает. Я не помню, если это том брахот или том таанит, но точно или том брахот, или в том таанит и в Талмуд. Талмуд рассказывает о Раби Йоханан бен Закай. Раби Йоханан бен Закай был один из самых авторитетных мудрецов. У него были очень многие ученики. Он на самом деле воспитывал новые поколения еврейских лидеров, новые поколения ученых Тора. Один раз у Раби Йоханан бен Закай тоже заболел сын или дочка. И он обращается к Раби Ханина. И он говорит: Раби Ханина, просьба, помолитесь, попросите у Бога милосердия за моего ребенка. И Раби Ханина бен Доса помолился. И когда он завершал свою молитву, сразу увидели чудо. Сразу увидели, как это все работает и реагирует. После того, супруга Раби Йоханан бен Закай, его рабанит, она ему сказала, как настоящая еврейская женщина, она сказала: извини меня, я была уверена, что я вышла замуж на самый важный мудрец, лидер еврейского народа, человек, который возглавляет самый большой бейт медраш, человек, который готовит будущее поколение мудрецов Тора. А тут я вижу, что не так. Когда у тебя что-то не так, ты должен обращаться к Раби Ханина бен Доса, который не такой известный, чтобы он за тебя помолился. Что здесь происходит? Послушайте, что он ее ответил. Он ей сказал: есть большая разница в связи с царем между министр, который ходит к царем, и между раб, который обслуживает царь. Если вы смотрите снаружи, кто важнее, раб, помощник, личный помощник или министр? Конечно, министр. У министра есть сфера ответственности, за что он отвечает. Он встречается с царем и в официальной встрече они обсуждают разных важные вопросы, касающиеся вся страну, большие глобальные политические вопросы. Вроде бы это самый уважаемый человек. Раб, что он делает? Он помогает его в личной жизни, дома, в комнате. Но на самом деле, кто ближе к царю? Министр или раб? Да, безусловно, раб. Почему? Он рядом. Он все время рядом. Он предоставляет ему тапочки, он предоставляет ему чай, он предоставляет ему кофе, он находится всегда, всегда рядом. 24 часов в сутки. Министр, он очень уважаемый. Но у царя его принимает в определенных времен. Есть приемные дни, есть когда назначено было специальное совещание, тогда он его встречает. Сказал Раби Йоханан бен Закай: я министр. Да, я глава ешива. Да, я, это все правда, я большой ученый Тора, слава Богу. Я готовлю новый поколение ученики, я большой еврейский лидер. Но для меня там есть установленное время, как у министра. Но Раби Ханина, он раб. Он предан к Всевышнему. Он всегда там. Он всегда рядом. Он всегда, всегда находится там. Суть всего, весь секрет. Успешная молитва – это настолько человек находится ближе к
Всевышнему. Давайте возьмем самый банальный и примитивный пример из нашей материальной жизни. Тем расстояние ближе к нам, мы быстрее доходим до этого места. Если мы хотим сейчас добраться из Киева до Нью-Йорка, нам понадобится там 10 часов лететь в прямой рейс. Если мы хотим добраться из Киева до Тель-Авив, достаточно 3 часа лететь в самолет. Почему? Расстояние. Тем дальше мы находимся, так больше времени понадобится нам, чтобы добраться до этого места. А если мы находимся совсем рядом, если нам надо здесь на соседней улице добраться, мы за 5 минут доберемся до соседней улицы. Это всего лишь пример. И в духовных делах то же самое. То же самое, что если мы хотим, мы ждем ответ от какой-то человека, который находится рядом. Мы отправили к нему послание, и мы ждем его ответ. Тем ближе он к нам, так ответ быстрее дойдет нам, к нам. Тем он дальше от нас, так дальше все будет. Когда человек находится ближе к Богу, его молитва доходит сразу, и ответ Всевышнего доходит к нему сразу. А когда между человеком и Богом существует расстояние, такой же процесс. Пока доходит его молитва, это больше времени. Его молитва доходит, однозначно. Но больше времени надо, пока доходит его молитва. И ответ доходит тоже. Надо больше времени, чтобы этот ответ к нему вернулся. Это слова Рамбам. Как Рамбам, интересно, как Рамбам пишет нам о разнице в отношении между человеком и Богом перед тем, что человек делал чува, и после того, что человек делал чува. Мы уже много раз упоминали, что такое чува, раскаяние. Раскаивается, и что происходит? Человек возвращается, приближается. Когда, не дай Бог, мы грешим, мы находимся в расстоянии от Бога. Когда мы делаем чува, мы возвращаемся к Богу. Чува со слова возвращение. Пишет Рамбам так. Послушайте, Рамбам, я попытаюсь переводить. Рамбам говорит так. Кама меула маалата чува. Какая великая чува. И не только великая, какой она успешная. Когда человек делает чува, какой успех это для него? Вчера этот же человек находился в расстоянии от Бога всесильный народу Израиля. Как сказано, пророк Миха сказано, «Авонотейхем аю мавдилим бейнехем лебен элокехем». Ваши грехи создали разницу, разделили между вас и Бог всесильный ваш. Что такое разделили? Создали расстояние, большое расстояние. Если большое расстояние, понадобится много времени, чтобы идти этот путь до тот адрес, который нам необходим. И поэтому говорит Рамбам, цоэк вейно наане. Он обращается, и он не слышит ответ. Как написано в пасук, гам ки тарбу тфила инени шомеа. Даже если вы будете увеличивать и добавить молитву, я вас не слышу. והיום, но сегодня, после того, что он возвращается, после того, что мы вернулись Всевышнему, הוא מודבק בשכינה. Он присоединен, вклеился к Всевышнему. שנאמר, как написано в пасук, книга Дворим, глава בית חנן, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. וכתור ближе к Богу, וכק связаны с ним. И тогда завершает Рамбам, цоэк венаана мияд. Тогда он обращается к Богу, и ему сразу отвечает, шенеймар,
ויתרם יקראו ואני אענה. Еще они не завершали попросить у меня, а я им уже отвечаю. Это завершает Ребе. Ребе нам говорит, вам надо знать секрет успешной молитвы. Очень маленький секрет. Приближаться к Богу. Технически находитесь рядом. Он услышит вас сразу, и вы почувствуете ответ сразу. Как тогда это делать? Вроде бы красивые слова. Как тогда это делать? На самом деле, слово молитва, мы начали в том, что молитва – это инструмент, что когда у человека есть недостаток, тогда он обращается к Богу. Но в Хасидут написаны очень-очень богатые слова. Написано, что слово тфила, молитва, имеет еще один смысл, очень важный, глубокий смысл. Этот смысл называется тофел, соединение. То есть тфила равно соединение. Время молитва – это уникальная возможность, это огромный подарок, который Бог дал нам. Предоставил Он нам возможности приближаться к Нему. Люди заходят, мы все заходим в синагоги, или когда мы молимся дома по обстоятельствам, мы уже привыкли, мы берем сидур, и мы прочитаем текст. Мы говорим, мы ставили галочку, мы помолились. Как говорят на идиш, «Изохен вей». Это недостаточно. Когда мы молимся, когда мы взяли сидур в руках, мы должны знать, что сейчас начинается наша личная встреча с Ним. Он слушает нас, Он готов, Он сейчас отключается от всех остальных Его дел, и Он слушает только нас. Поэтому есть целые законы в молитве, которая написана в Шулхан Арух. Должен быть ковя маком летфилато, человек должен молиться на одно место. Он не может ходить во время молитвы по всему дому или по всему синагоге. Надо иметь подготовительную работу до молитвы. У хасидим принято окунаться в микве. Надо давать цдака обязательно перед молитвой. Надо учиться Тора перед молитвой. И специально учиться хасидут, учиться такие части в Тора, которые они будут нас, они толкают нас приближаться к Богу во время молитвы. А тогда наша молитва совсем по-другому выглядит. Тогда наше сердце во время молитвы кипит. Иногда бывает, что мы молимся вот такая холодная молитва. Что такое холодная молитва? Мы хотим всего лишь ставить галочку и сказать, все, я уже закончил молитву, и я уже свободен. Нет, друзья. Молитва должна быть горячая молитва. Что мы уверены во Всевышнего, что Он услышит нас. Если мы себя представим, мы представим Его перед собой о том, что Он сейчас слушает нас, тогда наша молитва совсем другая. Ребе всегда сказал нам, что самый лучший способ сосредоточиться во время молитвы, после того, что мы сделали правильную подготовку к молитве, это молитва в сидур. Помолиться внутри сидур, то есть не читать молитва на Иисус. Люди, которые привыкли молиться, они уже могут читать молитва на Иисус. Они уже знают тексты, читать молитва на Иисус нет. Когда мы молимся на Иисус, наши мысли гуляют во время молитвы везде. И, конечно, мы не можем тогда сосредоточиться и в обращении к Всевышнему. А тогда мы ждем еще ответ. После такой молитвы мы находимся очень далеко. Пока дойдет эта молитва к Нему, пока этот ответ дойдет к нам, действительно, мы будем завидовать Элиезер. Если мы хотим испытывать такую успешную молитву, как у Элиезер, надо приближаться, быть ближе к Нему. И наверняка Элиезер был очень близко. По поводу Элиезер, почему Элиезер был так близко, Авраам Авину дал ему специальную браху. Он сказал, ангел будет ходить перед тобой.
Может быть, Элиезер не был Моисе Рабейну, но он имел особый браха от Авраама Вину, и поэтому он этого заслужил. Но мы не можем надеяться на браха от Авраама Вину. Всевышний ожидает, что мы будем сами двигаться с места. И поэтому, когда мы будем молиться внимательно, цдака перед молитвой обязательно, будем учиться что-то перед молитвой, немного, как 5 минут, 10 минут, или хитас, то есть сегодняшний Таня, сегодняшний Хайом-Йом, сегодняшний отрывок в Хумаш, если мы можем что-то еще учиться, вещи, которые будут толкать нас к молитве, которые будут зажигать наши сердца к молитве. Потом, когда мы начинаем молиться, мы просто открываем сидуры, в это время нет у нас телефона, ничего нет. Нечто мы берем, люди берут с собой свои телефоны в молитвенный зал. Это же страшная вещь. Как можно взять с собой телефон в синагоге? Ты зашел в синагогу, отключай твой телефон. Ты сейчас на встрече. Ты бы зашел на встречу какой-то министр, ты бы отключал телефон. Как ты можешь себе позволить во время молитвы не отключать телефон? Когда мы будем правильно молиться, тогда мы будем ближе к нему. И когда мы будем ближе к нему, мы не будем хуже, чем Элиезер. Мы не будем хуже, чем Моше и чем Шломо Амелех. И наша молитва будет услышана моментально и немедленно. Попробуйте, проверьте мои слова, вы увидите, что это так и есть. Приближаемся к Всевышнему, мы должны создать сосуд, сосуд на благословение, когда мы принимаем на себя хорошие решения. И поскольку на этой шаббат мы будем читать эту молитву Элиезер, и поскольку сейчас, когда вокруг нас такая тьма, сейчас в Украине ввели карантин на выходные дни. Факт, который будет действительно ограничивать много евреев в разные места молиться в Миньян. То есть это непростое время. Это время, когда мы нуждаемся в особой молитве. И если Всевышний создает нам таких условий, значит он ждет нашей молитвы. И только наши молитвы будут решать все проблемы. Поэтому давайте возьмемся серьезно к этой работе. Помолиться хорошо. Молитва, которая поставит нас ближе к Нему. А тогда наша молитва будет услышана. И я уверен, что все, что мы попросим, Всевышний будет для нас выполнять. Я хочу завершать наш урок, как всегда, из браха и благословения нам всем. Чтобы было у нас хорошее, здоровое, успешное, вкусное, счастливое и радостное шаббат. И чтобы наши молитвы всегда были услышаны. И все, что мы просим, чтобы Всевышний выполнял для нас. И чтобы нас окружали только-только хорошие случаи, чтобы все были здоровы, много хупы в еврейского народа везде, там, где надо, каждый человек, который нуждается в спасении и в помощь Всевышнего, чтобы Всевышний услышали его молитву немедленно. И это, как мы сказали, все зависит от нас. Приближаемся к нему. «Шува элай, говорит пророк, ваашува алейхем». Возвращайтесь ко мне, приближайтесь ко мне, и тогда ваашува алейхем, говорит Бог, я буду возвращаться и буду приближаться к вам. Шаббат шалом, дорогие друзья.